Друзья, привет! С вами Ирина Маркелова-Агапова. Заканчивается месяц май. Пока что я держу первое место. У меня 8 благотворителей. На втором месте наш директор проекта Александр Комиссаров. И из 10 человек, 7 человек – это моя команда. Четвертое место – Юлия Бирюкова, 6 благотворителей. Татьяна Криштопенок, 4 благотворителя. Владимир Мамукин из Иркутска, 3 благотворителя. Артем Плешков на 8 месте. На 9 месте мой муж Борис Маркелов, 2 благотворителя. И Елена Шарченкова, 10, на 10 месте. В общем, весь топ считаете, что наш, потому что у нас самая сильная команда. Еще новости. У нас обновились баннеры. Сейчас, если мы зайдем в официальную группу, то я вам покажу новость. Это еще один инструмент для продвижения вашего бизнеса, проекта всем миром, особенно для иностранцев. Смотрите, какой красавчик. Вот, вот в шляпе. Вот такие инструменты. Вы можете их скачать и использовать также для своей работы. А кто хочет присоединиться в команду лидеров, ссылочка будет под этим видео. А мы собираемся в отпуск. Следите за моими видео, подписывайтесь на канал. А денежки на отпуск мы заработали в проекте «Всем миром», потому что люди со всего мира сами отправляют мне деньги. Вот уже 4 года. Пока-пока!